Иди уже печь, ёбаное печенье! Понял, нет? Окей, я понимаю, ты снова хочешь меня разыграть. Разыграть? Я просто хочу ёбаное печенье! Но нет, блядь, ты даже не можешь оторвать свои яйца от дивана, чтобы пойти и сделать это! Потому что ты просто хочешь разыграть меня, у тебя снова есть какой-то хуёвый план, типа «Вторник, я приду во вторник!» Нет, я пришёл в этот сраный вторник, и что ты делаешь? Ты играешь в свои тупые игрушки! Вообще-то я сейчас работаю! Вот это работа! Это херня какая-то, не работа! Ты хочешь печь печеньки или что? Я хочу, чтобы ты испек ебучие печеньки прямо сейчас! Вот что я хочу! Все, пока, вот пока, хочу, пока! А ну съебись из дома! Да иди ты нахуй! И ты тоже! Говорю же, надо было испечь эти рождественские печеньки! Просто испечь ебучие печеньки! Даже если он решил разыграть меня, подъебнуть, что угодно! Просто испечь! Так значит, тебе твоя PlayStation важнее, чем твой родной отец, да? Эй, ты что делаешь? Стой, перестань! О, господи, о, боже. А как тебе такое, сука? Как тебе, а? Чувак, уходи! Ёбаная хуйня! Отцепляйся, блядь! Ну как тебе? А? Как теперь будешь играть PlayStation? Ну-ка! Чувак! PlayStation 4! Дай-ка я тоже поиграю, смотри! Теперь будешь печь печеньки или нет? А? Майкл, вызывай полицию! Давай, вызывай ментов! Вызывай, вызывай ментов! Ёбаных мусоров! Сука! Где мой телефон? Майкл, ты серьезно? Ну как тебе, а? А ну уйди отсюда! Уходи, просто уходи отсюда! Как тебе, а? Смотри, как я играю в игры! А это твой ебаный стол! Чувак, уходи уже! Майкл? Я научу тебя уму-разуму! Иди делай печеньки! Иди делай, блядь, печеньки! Прости! Да, извиняйся! Эй, когда я вернусь, можешь попрощаться хватит с телеком! Уже. О! Пойдем, мистер Мститель.